Продолжим рассматривать задачу восстановления скорости ветра по параметрам какого-то дня. Допустим, у нас есть скрытая зависимость f от x. X – это, допустим, давление, а y – в нашем случае скорость ветра. F – это некоторая функция. На самом деле, y и t не совсем равен f от x этому, потому что мы не точно измеряем скорость ветра, а с какой-то погрешностью. Соответственно, y и t будет у нас равен f от x и t плюс epsilon и t, где f от x и t – это скрытая зависимость скорости ветра от давления. А эпсилон и т – это какая-то погрешность, систематическая или случайная. Итак, f – это у нас скрытая зависимость, которую мы хотим установить. X и т – это координата замера, то есть в нашем случае x и т – это при каких параметрах у нас была измерена скорость ветра. Y и т – это замеренное значение, то есть скорость ветра в нашем случае, а эпсилон и т – это шум, он может быть систематический, может быть несистематический.